Обзор на ноутбук Lenovo, а внешне сразу пройдем. В нормальном состоянии, без каких-либо дефектов, все кнопки на месте, шарниры не поломаны, все на месте. Обратная сторона тоже в хорошем состоянии, все полочки на месте. Вот аккумулятор работает, но вопрос сколько на этот я не могу ответить, так как сейчас аккумулятор разряжен. Но без него держался минутки три. Давайте сразу пройдем к тесту клавиатуры. Все основные клавиши работают прекрасно, тач работает. Ну так, как можете сами видеть, все кнопки работают. Звук. Вообще работает шустро ноутбук, не тормозит. Качество включаем 4К, 2160. Походу такое качество он не хочет тянуть. Попробуем 1440. Тоже HD. Ну, 4К сейчас показывает нормально. Ну, как... он на паузу поставил. Да, сейчас это тянет, а интернет у нас немножко как будто бы не тянет. Это качество 4К сейчас было, 1440. Сразу давайте характеристикам забыл. Основное самое. Работоспособность видели, стоит SSD, как видим, на 220 гигов. 6 оператива, Core i3 второго поколения. Винда 10 Pro стоит. Такая вот видеокарта. В принципе, вообще очень даже хороший ноутбук, я бы сказал, за эти деньги. Конкурентоспособный, судя по характеристикам, как минимум. Так что можете смело брать.